чемпион Европы Владимир Янгибарян встретился с молодым перворазрядником Геннадием Бояршиновым. Помимо золотой медали, Владимир Янгибарян был награжден пустальным кубком за лучшую технику боксера. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы и чемпион Советского Союза Владимир Янгибарян, он в белых трусах, и чемпион Италии Пьеро Бранди. Защитил свое звание и первым из советских боксеров стал чемпионом Европы 1959 года.